Ну что, друзья, подготовил я яблочко и будем сейчас его нарезать. Что для этого нужно? Во-первых, нажимаем вот этот рычажок и отводим сюда подальше эти штыречки. Вот. Для удобства также можно вот так вот отодвинуть нож, чтобы не мешало. Берем яблочко и прокалываем его, стараемся по центру кочерышки, так сказать. Оп, есть. Все. Теперь ставим нож на место и начинаем медленно крутить. Видите, яблоко приближается к ножу. Сейчас я поставлю поближе, чтобы было лучше видно. И начинается чудо. Внимание! Оп! Все готово. Аккуратненько вынимаем наше яблочко. Остается качанчик здесь. И что мы имеем в результате? Вот такую вот интересную спиральку. Прикольно, правда? Я думаю, у кого есть дети, будут есть яблоки на ура. Ну вот такая вот замечательная, интересная машинка.